Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. Если вы здесь впервые, подписывайтесь непременно. Оставайтесь в нашей замечательной компании. Что же вы? Сегодня у меня экстра наглая култышка. Она даже в экран не помещается. Или помещается все-таки? Ну вот так, если горбится, то помещается. Короче, снова я решила зажечь свечи, потому что эти две свечки хорошо бы нам прикончить, потому что мы с вами переезжать будем уже через неделю буквально, да, и все вот эти наши видео последние мы здесь снимаем, ой, и грустно, и вообще, даже не знаю, что и думать. Новости. В общем, друзья, Наташа Денона, вы знаете, как я люблю. У меня несколько видео уже есть обзоров на ее палетки. У меня несколько прям, ну, больших и несколько маленьких, и несколько совсем маленьких есть. Так вот, значит, палетка, про которую мы сегодня будем говорить, называется, одна из больших, и она называется Sunset, то есть закат. Новости такие. Она уже долгое время у нас здесь на Сефоре была на распродаже. Значит, смотрите, я запуталась в ценах, если честно. У нас на Сефоре канадской, канадский доллар меньше, чем американский, имейте в виду. Она продавалась долгое время за полную цену, за 170 канадских долларов. Я ни за что в жизни не стану покупать за такие деньги за полный ценник, естественно, нет. Я вообще не готова платить как бы больше 100 канадских долларов за палетку, да? Вот, я на нее даже и не смотрела, но она как бы красивая, все, но не за полную цену, естественно. Дальше она пошла на скидку и стала 119 канадских долларов. Ну да, 119 уже гораздо лучше, не 170, но, опять же, это больше, чем 100, поэтому тоже я ей сказала нет, я на нее смотрела, но думаю, ну ладно, значит, как бы, как говорится, распродаться, так распродаться, я как бы не заинтересована за 120 покупать. И тут, значит, долгое время она висела как бы за этот ценник. И тут я получаю на днях письмо, ну, от Сефоры, да, автоматическое, что эта палетка стала, друзья, внимание, 60 долларов. Вы можете себе такое представить? Даже, по-моему, 59, да. И я моментально, конечно же, рефлекторная такая упаковка, не буду вас ослеплять, моментально ее, конечно, заказала, потому что была 170, стала 60. Ну, это вообще просто. За Наташу Денон, за вот эту большую палетку. Это, конечно, вообще невероятная какая-то скидка. Новость заключается в том, что сегодня я зашла на сайт Наташи Денона самой, и эта палетка, там все ее палетки стоят почему-то гораздо дороже, чем на Сефоре. Я так понимаю, что они, как везде, да, как абсолютно на все цены выросли сильно. И Наташа тоже на свои палетки цены сильно подняла. Но так как на Сефоре, я не знаю, как бы они почему-то не поменяли ценник. То есть они не только что не поменяли, они даже вот по таким адским скидкам стали продавать. Поэтому я как бы не поняла. У Наташи на сайте эта палетка стоит не 170, а 195 канадских долларов. Вот. И почти все палетки вот такие большие у нее под 200 долларов. Так что я уже не знаю, что думать. В любом случае, 60... я еще больше подумала, как мне повезло, что 60 долларов я заплатила за эту палетку. Она все еще есть у нас здесь на канадской сегодня распродаже. Так что если вы живете здесь и интересуетесь, вперед. Так, значит, вот так вот выглядит упаковка. Она такая мягонькая, под кожзам, очень красиво, золотая такая. И давайте глянем, как выглядит, здесь есть зеркало, как выглядит непосредственно цветовая история. Вот такая вот симпатичная, очень-очень такая, на каждый день, просто замечательно нейтральненькая такая. Здесь вот такой вот вкладыш, как вы знаете, она делает, да, с названиями цветов. Мне такая тема не нравится, но тем не менее, потому что я как бы, если я пользуюсь зеркалом, то постоянно приходится его вот так вот как бы передвигать, да, вкладыш. Вот, такие пироги. Короче, сейчас я уберу здесь этот, на зеркале пленочка наклеена, убрала и сделаю сводчики. Сейчас будет первое впечатление, так как я, естественно, эту палетку не пробовала, она мне буквально вот вчера на днях пришла. Так что давайте делать сводчики и потом будем пробовать ее непосредственно на глазах. Сводчики я нанесла, все сводчится великолепно.
Я вам забыла сказать, что вот эта палетка на дикой скидке, да, и более того, все остальные, практически все, не все, но многие ее палетки на 50% скидке сейчас, поэтому я вам обещаю, что видео еще будут с Наташей Даноной. Невероятные, конечно, распродажи, поэтому, опять же, если вас интересует, обязательно зайдите на Sephora и зацените, воспользуйтесь. Мне кажется, это просто, ну, особо учитывая тот факт, что на самом сайте Наташи Данона, как бы, они не на скидке, ни на какой, ни на распродаже сейчас находятся. Итак, в этой палетке 15 цветов, и она, как я уже сказала, вы можете видеть, она такая нейтральная, очень все хорошо сводчится, и матовые оттенки, и шиммерные, вот. Замечательно, никаких проблем, очень такие кремовые, шиммерные оттенки. Так что сейчас мы будем с вами непосредственно какой-нибудь делать образ и решать, нравится нам эта палетка или нет. Но я думаю, что здесь никакого секрета, наверное, не будет. Я даже не помню, чтобы мне какая-то Наташина палетка не понравилась, если честно. Вот, поэтому я очень сомневаюсь, что какие-то я сделаю неутешительные выводы. Я, знаете, что для себя решила, подумала, что мне, конечно, мои любимые вот эти вот бренды, когда речь идет о палетках, из тех, что я пробовала, естественно, даже не все пробовала. Мне очень нравится формула Denone, мне очень нравится формула Анастасии Беверли Хиллз, ее дочери Нарвины. И мне очень нравится еще, мне нравятся тени Smashbox и Urban Decay, но у Urban Decay, у них как бы, они менее пигментированы, понимаете, то есть как бы кому что нравится. Вот, а что еще, какой-то еще был бренд, который меня сильно интересует всегда, Pat McGrath, очень хорошие тени, да, вот. Короче, друзья, сейчас я придумаю какой-нибудь образ и будем делать окончательные выводы. Драматичный получился в этот раз. Мне очень нравится такие темные цвета использовать, да. Но как бы, конечно, палетка классная, очень-очень классная палетка. Они сами себя как бы тушуют, так скажем, да. Вот. Но, конечно, дорого они стоят. Но если вот такие вот вы видите дикие совершенно распродажи, то обязательно это к приобретению, если вы увлекаетесь макияжем, увлекаетесь палетками, да, вот, очень хорошая, да, мне нравится, классно, очень-очень классно. Итак, друзья, подписывайтесь, я еще вам обещаю видео с палетками Наташи Данона, так как она у нас сейчас почему-то на Sephora продается с очень хорошими скидками, и это не может не радовать. Я никогда еще таких скидок не видела на нее. Вопрос, почему, да? Может быть, она уходит с нашей Sephora? Не хотелось бы, конечно. А, вот.
Если вы в курсе, дайте знать. А пока мы будем заканчивать, закругляться и увидимся в ближайшем будущем. Всего хорошего, друзья. Пока-пока.